Ульяновские IT-компании разрабатывают платформы, программное обеспечение. Их продукты и раньше пользовались популярностью. И сейчас, когда Запад показал свое лицо, отечественные разработки стали необходимы для комфортной современной жизни. Одна из ведущих компаний этой осенью пишет программу-навигатор по образованию Ульяновской области. С помощью приложения через чат-бот можно будет узнать все об учебных заведениях, специальностях, преподавателях. То есть информация, она будет та, которая сейчас имеется и предоставляется непосредственно на основном сайте. И основное отличие от платформы, которая использует сайт, это то, что мы используем мессенджеры. То есть это современно, это актуально. Сейчас большая часть пользователей пользуется именно мессенджерами, и живое общение с ботом, оно позволит, в общем-то, быть в тренде. Ульяновская компания участвовала в конкурсе «Грант IT-решений» и выиграла 300 тысяч рублей. Разумеется, для написания платформы требуется гораздо больше вложений, но и эта сумма будет полезной. IT-фонд впервые запустил инструмент поддержки, это конкурс грантов для IT-компании на разработку отечественного решения. И победителем конкурса стала наша IT-компания «Норклан» с кейсом «Навигатор по образованию Ульяновской области на основе искусственного интеллекта». Ульяновская область по праву считается IT-столицей. В сфере работает более 6 тысяч человек. В регионе насчитывается более 1500 компаний. Разработчиков активно поддерживает правительство. А это предприятие еще и платит налоги, что не может не радовать представителей власти. Чем мы еще гордимся? Они работают исключительно в белую, что сейчас это очень важно на рынке. Они заплатили за свой короткий срок уже более 59 миллионов налогов. Проект «Цифровые технологии» направлен на работу с IT-компаниями. В программу входит поддержка начинающих специалистов. Помощь разработчикам входит в основные направления национального проекта «Цифровая экономика». Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.